Это лучшие развязки вообще в Европе. У нас абсолютно нету пробок, несмотря на достаточно большое количество населения. Если там с пригородом, насколько я знаю, там 5-6 миллионов примерно. Вот. Но пробок, ну, чтобы я стоял в Мадриде в пробке, такого практически не бывает. Вот. Какая-то небольшая тянучка может быть. Это тоже отчасти благодаря вот этим всем развязкам, подземным, туннелям. Сюда вода зашла в салон.